Стиральная машина «Атлант» периодически останавливается от того, что загорается ошибка F4 во время стирки. Это нераспознанная ошибка. Наверное, включить-выключить надо. Показать, что не действует. Мы выключаем машину. Включаем. И ничего не происходит. Машина работать не собирается. Попытки открыть люк ни к чему не приводят. Машина заблокирована. Режим работы дальше не включается. Попытки нажать ни к чему не приводят. Выполняется программа. Стирка идет, стирка не идет. Машина стоит. Она заглохла на полоскании. И вперед больше не пошла. Как будем чинить машину? Машину «Атлант». Для того, чтобы ее починить, нужна неимоверная интуиция. Что делаем? Смотрите. Открываем. Находим трубочку. Всегда женщинам нужна какая-нибудь трубочка. Открываем ее. Фу, открывается трубочка. И дальше самый эротический процесс в починке стиральной машины «Атлант». Главное не напиться при этом. Что ты сделала? Порошка. Непонятно, что ты сделала. Я туда дула со всей силы. И вот после того, как мы подули в стиральную машину «Атлант», она тут наплевала троху. Мы снова включаем. Машину вот выключили. Потом я машину включаем. Машина сбросилась. Мы включаем полоскание там, где она остановилась. Оля, машина работает. Процесс ремонта завершен. Итак, интеллектуальный процесс ремонта машины «Атлант» заключается в том, что надо подуть вон в ту трубочку сливную, которая находится там, и не напиться при этом мыльной жидкости. Смотрите, если... А теперь смотрите, если у вас не развита интуиция, и вы не додумались подуть в эту трубочку, то при такой ошибке вам надо позвонить в гарантийную мастерскую, вызвать специалиста, возможно, отвезти в ремонтную мастерскую, где вам заменят залипший клапан в этой машине или еще что-нибудь сделают. Но я предполагаю, что там все-таки что-то залипает. Вот, вы за это заплатите деньги. И плюс возня с тем бельем, которое там мокрое, плюс все это время вам надо стирать вручную и так далее. Представляете, сколько времени вам экономит интуиция? А машину же не открыть, как ее? Там же полная воды и белья, она же не открывается. Да, там же надо тогда искать волшебный клапан, чтобы слить воды, наплюхаться с этим дерьмом совсем. Ну, как делают ноги. А дверка же не открывается. Да, здесь все вкупе. И дверка не открывается, и все эти вопросы надо думать, как решать, мучиться. Но это будет больше, наверное, мучиться специалист, которого вы вызовете. Поэтому, господа, развивайте интуицию. Наши стиральные машины «Атлант» помогают развиваться абсолютно всем людям.